Всем здравствуйте. Мы сейчас будем гулять с беляшом на нашем ошейнике и поводочке, а потом без поводочки. Поводочки с биотана очень прочные, скоро будет много новых цветов. Заказывайте. Пока только один. Вот, и скоро много нового будет. Очень прочно выдерживает до 2000 килограмм, если я не ошибаюсь. Легко стирается, моется. То есть он прямо такой, как сказать, практичный. Вот, практичный. Сегодня мы так после зала пройдемся немножко по обычному маршруту. То есть можно обратить внимание, как собака уже идет. То есть контроллер уже не нужен. То есть собаку научили, и все, как она идет, соответственно, вы можете ее уже поправить. Беляш рядом, вы можете уже поправить ее вот просто вот этим. То есть она следит за темпом. Молодец, Беляш. Обратите внимание, да? Сейчас мы пришли на площадку с Джессикой. Сидеть. Вот. И будем заниматься. Она любит у нас прыгать, бегать, двигаться. Это самая активная у нас собака по спорту. Она проходит практически все препятствия, соответственно, кроме, по-моему, вот этого, да? Прямой стены, потому что это надо быть таким спайдерменом а-ля. Я даже, честно, не знаю правильно, с какой правильной стороны, вот как думаешь ее проходить? По-моему, вот с этой заходишь, да, и спрыгиваешь. Да. То есть, потому что они дают по стенам. Смотри, там какой-то кокун, бля, ему так нравится копать, он тут сколько яму завырыл. Тут покопал, там покопал. Музыка. Женщине тоже хочется, видать, познакомиться. Она сидит, смотрит. Давай ее оставим немножко на выдержку, сидеть. Нет, если ты хочешь полежать, конечно, можно и полежать. Место лежать. Вот, оставим ее маленечко. И этот, поснимаем просто на фоне другой собачки. Вот, я скреплю это видео. Мы же ходили тут с беляшом еще в магазин. Скреплю это видео с беляшом. Это для телеги будет у нас, да? Вот, нарезочки надо будет, наверное, сделать на Дзену, на YouTube. Сейчас будем проходить все препятствия, снимем пару шортиков, все, чего начнем. Джессика, лежать. Джессика, лежать. Ко мне, Джессика. Сидеть. Не реагируй. Молодец. Вперед. Джессика. Блудец, сидеть. Нет. Лежать. Я тут наконец ставил. Лежать. Ко мне, Джессика. Вперед. Второй. Осталось. Джессика уходит. А? Так-то хорошо под наклоном. Надо вот прошла. Эти большие. Да большие-то она пройдет. Давай начнем с колечек. А очко мы сделаем сегодня? А, очко, да. Пошли, Джессика. Джессика, пошли. Очнись. Ты погоди, не оставляй, а то у нас там графу пройдется. Да как, мне некуда тебе брать. Давай пойдем туда. Он, кстати, не брал. Не брал? Наверное. Видите тоже отличия?
А отличие воспитательное. Но мне, так, мне такое ощущение, что вот этот, лежать. Слышишь, вот этот дядя, он, наверное, кинул. То, что у него такая одежда, и он такой, типа, спал. Кинологическое, да. Ну вот видите, отличие кинологических практик, это вам на примере показываю, когда собака ориентирована на меня и слушается меня, она даже не смотрит. Я, чтобы вы понимали, со спины заходит другая собака, она даже не повернулась, она смотрит чисто на меня. Вот вам отличие. И какой бы, извините, не написал мне, соответственно, в комментариях, что мои методы не работают. Ваня, не работают, вон методы бегают нерабочие. Да не, она ниже, какие 35. Беляш, наверное, где-то 29. То есть, по сути, с беляшом можно, я так понимаю. Где беляш ходит? Что ты делаешь, беляш? Сидеть. С беляшом можно. Сейчас пойдем с беляшом в магазин. Мы еще не ходили с беляшом в магазин, но она хорошо ведет себя. Как можете обратить, кстати, без электро, без всего уже, она спокойно ходит с этот... Беляш, пошли. Пропусти людей. Сиди. Быстрей. Сиди, Беляш. Пошли. А, пошли. Пойдем. Лежать. Давай посмотрим. Пойдем, Беляш. На, подержи, я возьму корзину. Давай. Тим. Сиди, Беляш. Красота. А? Смотри, я хочу вот это. Чего добавить? Ой, какая красивая, да. Прикольно. Сидеть, Беляш. Беляш. Сидеть. Да, красивая, да, ежевика, смотрите, прямо. Такая, как вот красиво, да, гармонирует ежевика, клубника. Прямо. Прям так вот на кадре даже вот так вот хопа. И прямо мне даже нравится смотреть через телефон на это. Да. Прикольно. Через телефон еще ярче выглядит, чем в жизни, кстати. Как будто он добавляет контрастности. Да, возьми коробочку. Никто я тоже возьми. Сидеть, Беляш. Ну да, давай. Ты ее сделаешь? Чего? Скидочку. Держи. Че мы? Че нам надо еще взять? Ну, ты хотел взять? Вот смотри, вот про эту курицу. Вот по эту курицу. А нет, не такая. Какой же? Такая? Хлопья были. Хлопья. Вот это не хлопья. А вот это хлопья. Да? Ну, на вид, да? Нет, там другая была панировка. Да, это то же самое. Ну, похоже, но там другая была панировка. Он не жирный? Ну, вообще углеводный. Ну, что нет, можно сожрать разок так-то. Давай, ложи. Не жирный, чуть углеводный, потому что один из углеводов, но на разок похавать. Пойдет. А, меньше просто гречки. Или еще что-нибудь. Че, рыба? Рыба там у нас уже вся на выброс. Давай возьмем рыбу. Давай. Полезно сегодня. Сейчас тогда я не буду менять скидку на этот. Да. На клубнику, потому что рыба все равно. Да. Беляш, пошли, ты куда? Да, за пивом пошла, говорит. Где пиво? Да, мы вчера вот как раз да, попили пиво. Поэтому. Сегодня опять увидите. Мне вот нравится его вкус, видите, что нравится его вкус, видите, это кефир хороший. Мне все нравится, вот этот кефир, реально, кто пробовал деревенский кефир, вы можете попробовать вот этот, вы не отличите. То есть это термостатный из цельного молока, то есть не нормализованного, а цельного молока. И он прямо вообще шикарный. Вкусно, пищеварение, это все. Так, а чего нам надо еще взять? Хлебушки, да, да. Зачем? Это для сотрудников. Да. Мы хлебушек не едим. Кто-то не ест, а кто-то ест. А, кто-то подъедает. Для Фола возьми, пожалуйста, уже, да. Ладно, Беля, сейчас бегалось. Ты правишь в магазинчике. Беля. Так, какие-то такие. Ты видишь, у меня перегруз. Да ты поставь корзину. Так. Все. И что-то еще надо. Класс. Да.
Беляш. Один на двоих, да? Беляшка. Да, ну это девочка, да, мы просто что-то как-то... Беляшка. Прижилось вот хорошо. Кстати, мы вкусили очень вкусный квас. Я постоянно беру, мне прям вообще нравится. Это тут как типа а-ля из бочек раньше был вот этот. То есть похоже. Рядом, видать. Сиди. Ну, там. Воск уже холодный. Опа. Гуляй, беда. Показываем Игорю помощников, как выкули собак. Правильно, Жек самый проблемный выкули, потому что он очень раздражимый, склонность доберманов, то есть при малейшей нагрузке, чтобы вы понимали, только что мать тянула, блин, 2,5, это почти ее вес. И Жек тянет 10 кг, а сам весит 45. То есть и ноет при этом. Ужасно, то есть. Именно. То есть девочки выносливые. Девочки. Именно сами доберманы там это очень любят. То есть в этом плане, в любом плане. Они любят похныкать, поныть. То есть вот сейчас уже пошло неплохо. Вытесняет. Видите, мы... Он вытесняется. Вытесняет немного, пытается зайти вперед и, соответственно, блокировать путь, чтобы затормозить человека. То есть вот, хитрюга. Видите, мы обучаем своих сотрудников. Они работают. А что ты остановился? Он остановился, ты должен идти. Сейчас здесь разворачивайся. Все, разворачиваешься? Далеко ходим. Игорь, ты дальше ходишь обычно? Дальше ходишь? Нет, до сюда. Так давай разворачивайся тогда обратно, что? Ну вроде неплохо уже. Ну уже неплохо. Да. Ну вот тебе просто это надо поддерживать. Под него не подстраивайся. Да, только. Темп не подстраивай. То есть лучше отдерни его лишний раз, пускай идет это. Начнешь бежать, начнет быстрее возбуждаться. Так он как-то вроде более-менее. Ну встает он сразу, видно, что он напрягает. Видишь? Он прямо видит. Кожа просто тянет. Это то, что по доберману у них немного... Ну да, не те мышцы, которые обладают. Допустим, гули, крепатура мышечная. Есть же два типа мышечных волокон. Быстрые и медленные, соответственно. Не медленные – это которые отвечают не на нагрузку. Которые отвечают за нагрузку, то есть нагрузка, темп, кардио, какие-то кроссфитовые, бег или еще что-то, да? Доберманы развиты именно эту тему, выносливость. Это пули, они хорошо на короткие дистанции взяты большие места. Потому что есть другой тип. Но если тренироваться, можно развить у добермана. Тот тип, который не развит, так же у були, то есть он выносливый. Как добера. Это все нужно развивать, если все развивается. А, вот такие вот дела. Ну уже Джек идет поплавить. Правильно. Вот. Главное, не подстраивать собаку. То есть мы выпулим всех собачек каждый день. Также пришлось взять с собой малыша. У него опять кровит писька, уже третий раз. Поэтому я его привязал здесь в травку, чтобы он не насрал сильно. Сейчас пофоткаю и оперативника сразу же повезу его зашивать. Если еще раз у него будет такая фигня, если это дольше месяца не протянется, скорее всего, раньше времени его просто кастрирую. Бедолагу. Давай, малыш. Он, видите, сколько крови с ним течет, с писечки. Да, вот так вот. Бедный. Малыш потек. Опять. Он перевозбуждается, у него развязывается узел. Вся пиписька у нас крает. И... Какой большой, красивый зуб. Ну что, идем с малышечкой. 3,5 едет воевать. 3,5 едет воевать. Малыш 3,5 едет воевать. Да, сейчас мы его зашьем, потом мы его будем опять намывать, как у него все пройдет.
Сказочка, не отвязочка, да, малышка? Давай, Тони. Что такое, если один гемомантик? Ты себе вот так носить, короче. Ну ладно, там под запись. Под запись. Все под запись. Все зафиксировано. Ваше извержение. Он в пыльце вот. Он все кровью там заляпал всю плитку. Где? Сейчас он еще здесь все в кровище будет. Хотя я ему сегодня давал кровоостанавливающее. Да? Да. Что-то не помогло. Ой, блин. Малыш. Малыш, пошли. Он даже ходит смешно. Пошли, давай. А что ты, конечно, переехали сегодня тут? Соседняя дверь вот эта. Была вот та, я говорю. А, вот это. Сюда мы тоже ходим. Он запомнил, что он сейчас не пойдет. Давай, возьми его на руки теперь, он, наверное, не пойдет. Может, пошли. На небо или пойдет. Пойдет. Пошли, малыш, вперед. О! Нифига, ты зашел, встал. Давай я бахилы оденем. Найди нам какую-нибудь простую, чтобы он его простой. Туда на стол взять. Со знанием. Со знанием. Сейчас мы его чики-чики. Чики-чики. Да ладно, он и не вспомнит про это. Эх, а мы будем помнить. Мало, чтобы с ним все было хорошо в плане вот этого, да? Да, да, да. Да. Потом, лишь бы не зря. А ничего не зря. Ага, туда сразу давай. Хрена себе, чучело. Так, все, взяли. Пошли. Угу. Умный все. Да, блин, конечно, с одной стороны смешно, с другой стороны грустно. Это нам нельзя. Смешно и грустно. Это нам нельзя. Что я тогда-то снимал? Да? Да. Мне просто надо понять, нормально лежит, нормально дышит. Ты лампа такой классный. Хорошо. Давай дышит. Это новинки какие-то? Новая, да? Новая, да. Один Викторович нас сам сделал. Классная. Да, хорошо. Удобно очень. Тут больше стало места, так поприятнее. Где-то находиться по просторнее. Меньше, но больше. Больше. Ну да, не хотелось бы. За квадратные метры, но было бы. А так не всегда такая сколько. Да. Это ужас. Так, все. Тракоин, я просто маленькую иголочку возьму сейчас. Да. Ну он то, что стрессовый. Ну, много стрессовый щелки. Все стерильненько, хорошо будет. Тоже стерильненько. Не, это грязненько. Сейчас я залезу. Я все буду там сидеть с тявкой. Ну, мне кажется, где-то на час, наверное, полчаса. А почему? Нет, на 15. Я просто видел видео, как собака стоит, это за 15 минут. Так я и говорю, это недолго. Так, тут нет, тут снимай, а лицо поменьше. Что? Обработано сейчас. Что делать-то сейчас? Сейчас. Вот так делать. Как он так? Спасибо, пятно. Друзья, те, кому интересна жизнь малыша, можете переходить на мой канал. Я там снял один ролик. Если вам понравится, то я буду продолжать снимать про жизнь вот этого пупсика инвалидушки. Вот. Поэтому всех жду. Спасибо, что подпишетесь. Мы поехали с Майфи. Кота-то. Кого ты отсюда? Тебе надо... Ты курсь. Ну-ка, поближе. Майфи нет. Не видно, не видно. Майфи. Опа. Это... Купили сумку для собаки. Майфи нет. Мафия, из кажется. Которой собаки не выбраться. Ну они тоже не выбраться. Завтра Сэма туда посадим. Да я тебя посажу. Во. Посмотрим, как ее размотает от велосипеда. Как ты заблюется все, наверное, нет? Да нет. Ой, да хрен его знает. Посмотрим, я медленно поеду, не буду быстро гнать.
Ладно, еще в процессе вам поснимемся, включение, как мафия. Мы ездим обычно по 25-30 километров хотя бы. Ой, у меня 22 поставил это. Ну ладно, если больше проедем. Ну я 25 поставил. Вот мы пошли. Вот мафия. 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 Мы своих камерах. Так позови. Я сейчас упаду нахер. Надо было просто пройдуться в такие моменты. Ничего, ей вроде нравится. Да? Не знаю, как довольная смотрит, что-то делает. Да, прикольно. Что-то важно. Когда смена на заводе заканчивается? Так, вот после смены зал решил походить. Сейчас вот втулки пойду точить там. А пивко уже купил? Да, уже запас, все. Чисто на маршрутке. Ты помнишь вчерашнюю картинку? Там в одной акции, руке акции. В одной руке ящик не неси. Для комплекта. Надо, чтобы не перегружать позвоночник. Проход. Не снимай моё очко. Мне вот интересно, ты качаешь, может что-то вылезет. Ой. Из тебя еще не вышла черепаха? Черепаха. 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 Дим, я умею летать. Я полетел. Мы с Димой сегодня пришли утром выбирать. Я забыл телефон. Вот. Обои для собачника. Обои для собачника. Обои, соответственно, снизу плитка, сверху обои. Ну, вот такие дела, потом покажем результат, что у вас получилось. Да, мои такие довольно пестрые. Давно какой не получилось. Петушковые комнаты, это мне надо. Это прикольно тоже, почему нет, не взяли. Все вышло на 15 тысяч, еще придется пару рулонов докупить. И все 20, короче. Именно обои. Покажи сейчас. Там обоев немного, основная это составляющая плитка, то есть, вот. А если бы не было у нас плитки, то обои вышли 1050. Блин, там прикольно, наверное, красная. Блин. Это плитка, да, уже обои стоит. Но красная, это слишком дерзко. Видишь, хорошо смотрится, если просто она однотонная, одна стена, понимаешь? А если вот так вот представь, вот приложи вот это с этим, не сочетается, а там типа что-то такое. Ну прикольно, красная, мне всё равно нравится. Петушок, а то да, да, да. Спасибо. А все, выходим. Какие удобные, кстати, ручки, да? Ручки, да, хорошо захотеть. Не того прикольно, как заход, глаза разбегают. Ты неправильно взял, надо по одной руке. Каждый ящик. Да, каждый ящик по пиву. Ой. Нет. Джессика нет. Уходи! Грязниц. Мистер Грязниц. Джессика, место! Джессика! Из забыл показать, блядь. Нет! Джессика, иди на место! Джессика. Нет.
беременной самка. Джессика, ты далеко пошла-то? Джесс, ну-ка на место. Я тебя не боюсь, или это что такое? Или это улыбка грязная? Улыбка грязная твоя? Жирненький пришел. Джек, снимаешь? И ты... На по лицу. Это типа стресс, антистресс называется. Типа можно пнуть собаку. Когда хочешь пнуть собаку, вот иди пни собаку. И сломаешь ногу в нее, да. До лежанки, стирки. Да, собаки лежат без игрок. Собаки. Ну, на парочку. За свой девичник 6 баллов. Нормально. 12 баллов. И Настя 20 баллов. Именно она и становится победительницей в нашем шоу. Допс. Перед победительницей 3 конверта с подарками. Но только в одном из них. Главный приз. Вот мы отгружаем заказики. Сейчас отгружаем сегодня в основном мелкие позиции, потому что большие ждут пополнения к 19 числу. Вот здесь всякие ошейники, лежаки, кто-то заказал поводки из биотана, куча кормов разных. Соответственно, вот это вот все. Мы сейчас понесем в СДЭК, отнесем. И потом поедем в Офисвилл. Вот, сейчас мы перекусываем кефирчик и малина, и пойдем гулять с Билли и Сём. У нас был перекус после зала, мы выпили кефир и съели малину. Сейчас прошло часика два, мы едим рисочек, помидорковый, огуречек и слабосоленое, малосоленое фрэк. Вот. Здравствуйте, а я могу немножко поснимать? Давайте. Только собаку. Какой кабут сломал? Ну, кабут сломал, мне кажется. Сейчас, я не буду на этой лапу. Черненький. Ой. Его постричь? Там прямо такой дышит, на соплях. Не знаю. То есть я уже заметил, когда был такой. Ну, прямо уходит целиком. Его как-то снимать надо или ничего снимать начинать? Его сейчас не снять. А как надо быть? Ну, я антибиотик уже начал. Какой? У меня просто был синокс. Ну, сколько начали давать? Короче, по целой и по четвертинке на вес. Два раза в день. После операции остался. Ну, прям совсем на соплях, оно и так нам не заживет, да? Нет, он сам не так. А? Ну, нет. Давай. Я знаю, я понимаю, что тебе больно. Как его лишь сливать? А? С этой стороны. А? Держится с одной стороны. Ага. И просто снять его не получится. Ну, надо снимать. Операция, да? Угу. Хирургическая, да? Ну, мы, в принципе, к этому и готовы были. Скорее всего. Ну, вообще, мне кажется, если дернуть... Ну, потерпим. Давай. Сейчас я принесу медикаинчик. Мне кажется, если дернуть, он отлетит.
Да. Вот, смотри, видишь, кусок пошел. Вот, вот, видишь, оп, оп, оп. Ну, под немножко, видишь, оп. Если дернуть хорошечно, то он отлетит, и мелко будет лопить. Надо подстригать, потому что вовремя ногти. Блин, ты, Дим, столько дел, столько дел. Столько дел, столько дел. Это моя отмана. Да я поняла. Вот это длинный тоже, если она так зацепит. Но, в принципе, это, наверное, не из-за этого, потому что этот не особо длинный. Да, если длиннее, там. Там она есть, просто так, мне кажется, это по- просто она же... Не, она любит бегать, она бежала, да, бежала. Она с Джеком играет. И это же... Да не, на самом деле, сегодня всем подстрижем, и сегодня здесь как теточку, ой, эту тереску куплю, потому что у нас там одна затупилась, если я там зуб говорил. Чем как тереску собачью? Ну, я ее помыла, у меня, короче, леска торчала, и мне надо было ее скусить как-то. А потом типа глисты там. Ля-ля-ля. Ты что, поцелуй? Я ее испортила, эту штуку, потому что там она блеску не имеет. Собачьи тереска говорит. Давайте на стол. Дим, давай на стол. Так, на такую или на другую сторону лучше? Нет, да, на этой стороне. Ага. Это дня три у нее уже. Так, продолжается, наверное, лапка под распухом. Ну так, а потому что он уже воспалил здесь. Мил. Чуть-чуть. Нет. Да ничего, она потерпит, она просто симулятор. На самом деле, это ей все. Ну, нет, это больно, но ей просто все очень больно. Так, мяско мы разложили. Мяско, носка. Так, что такое? Вот. Сейчас мы будем колоть. Яички раскалываем. Их именно так. Их нарезать, чтобы они, им вкусно будет, и они из коробку прижуют. Я скажу тебе, что у нас пальцы. Конечно, тяжеловато одной рукой, но я, наверное, приспособлюсь. Да, сегодня еще на весы встану, кстати, покажу, что у меня. У меня было написано, что, ну, я 90 килограмм на доске. У меня доска есть, где я веду. 90, да, подзажирела баба. Ну, вот, что делать? Хотелось есть и жрала. Сейчас, конечно, хочется, но надо подбавить обороты. Джессика или Джек, маловато. Вот еще одна осталась. Жих. Ой, хорошо пуляет. Так, это мы тоже сделали. Короче. Вот, все. И посыпаем кунжутиком. Чайная ложка. Чайная ложка где-то примерно. Добавлю на глаз. Ну, я примерно уже на глаз знаю, что сколько мне надо. Так вот, такой завтрак у нас получился сегодня. Я стараюсь каждый прием немножко менять. Ну вот. То яичками, то какой-нибудь другой
Ова, что-то еще ты купила, надо будет тоже тыкву почистить. Так, сегодня у нас сотрудница на работе, да. Чуть позже, если интересно, я покажу, что я готовлю сотруднику, сотрудникам. Вот, вот такая красота у нас получилась. И я еще ничего думаю. Нас сюда добрать наше волшебное зелье. Лука здесь нет. Чтобы было прям хорошечно. Потому что Милану нарезала целую тарелку, я боюсь, она испортится, тут хоть съестся. Вот, вот такая красота у нас получается, нама-нама. Мафиичка забыли дать. Мафиичка, мафиичка. Мафи не ест, она для стрижок, она куда-то... Все вылязгивает, и потом это яичко по всему лежанке. И вкусно его так, как делаю хорошо. Там бы съела. Ну вот так у нас получилось, все, смотрите далее. Так, всем доброе утро еще раз. Вот, приятного завтрака, сейчас я заварю себе. Это Димин детокс мой на иммунитет. На иммунитет он красненький, просто мне нравится. Вот. И завтрак. Дим, захвати воду. Может, нет? Блин, меня сел тело. У меня еще не 20%. Да, у тебя еще много. Ой, молодец. Я, короче, понял, почему у меня телефон хреново заряжался. И у Димы знаешь, почему хреново заряжался? Дальше буду снимать видео про восстановление. Смотрите далее.